Всем миамурский привет, с вами я, Железный Кот, и это 21-я часть рубрики «Кто сильнее», в которой мы сравним Фредди Крюгера против Супермена. Возьмем маньяка против супергероя. Решил разнообразить стили выборов персонажей для этой рубрики. Не был намерен снимать 21-ю часть, думал, 20-я будет последняя, но что ж, ловите 21-ю и, возможно, будет и 22-я. Начнем с Фредди Крюгера. Он дрался с Джейсоном Вурхисом, и он в реальной жизни чуть сильнее обычного человека. Но в своем мире, в мире снов, он почти что всемогущий, и там играют только его правила. Он там бессмертный, его нельзя убить. Он питается страхом своих жертв. Теперь Супермен, он сильный, может летать на скорости звука, у него есть лазеры или же лучи из глаз, ледяное дыхание, хорошая прочность, физическая сила, ну и так далее, вы все поняли. Начнем сравнивать. Уже все заранее понятно. Если бой будет в реальной жизни, то Супермен при желании оторвет ему его голову. И на этом сказочке конец. Но если бой будет проходить в мире снов, то победит Фредди Крюгер. Он найдет страх Супермена. Это, скорее всего, будет криптонит. Воссоздаст его в мире снов. Супермен будет ослабевать, и вообще в мире снов он сделает так, что Супермен, он слабый, обычный человек, и все. Он просто будет его туда-сюда закидывать по шевелению пальца. Ну, короче, все, что захочет, сделает. Тогда победа вручается в руки Фредди. Пожалуй, на этом закончим. Ждите 22-ю часть рубрики «Кто сильнее?». А на этом я уже с вами прощаюсь. Всем до скорого!